Приветствую вас. Давайте попробуем с вами разобраться с тем, что вы написали. Значит, вы пишете: нравится мужчина, в скобочках, женат. Хотелось бы, чтобы он узнал о моей симпатии к нему, и далее вы пишете, потому что чувства нужно выражать. Здесь я, пожалуй, с вами согласен в том смысле, что чувства действительно нужно выражать, и действительно нужно дать мужчине понять о том, что вы чувствуете, особенно если чувствуете уже давно. Но вопрос заключается в том, каковы ваши дальнейшие ожидания от этого. То есть, какие они, эти ожидания? Если вы, здесь нужно быть предельно честной самой собой. Если вы ожидаете, что мужчина бросит свою жену, свою семью и будет с вами, то очень может быть, что вы испытаете разочарование, когда и если мужчина вас, например, не сделает единственной женщиной в своей жизни. И общаться с ним вам будет тяжело. Если вы не ожидаете этого, то тогда возникает вопрос, а зачем признаваться мужчине в этих чувствах? Симпатия. Если отношения у вас дружеские, вы можете сказать, чтобы выразить свои чувства. Я здесь с вами отчасти согласен, но чувства выражают для чего-то. Вообще говоря, выражение чувств – это своего рода снятие напряжения. Если у вас есть потребность в том, чтобы выразить свои чувства, значит, есть и некое напряжение, которое вам также необходимо снять. Я понимаю, что сейчас говорю довольно, может быть, неприятные для вас вещи, но, тем не менее, хотел бы, чтобы вы меня постарались услышать и услышали бы меня вы правильно. Это тоже очень важно для нас с вами. Вот. То есть определитесь со своими ожиданиями сперва, вначале от этого признания. Хотите ли вы просто выразить свои чувства, вот, или же вы хотите чего-то от мужчины все-таки, для себя. Понимаете, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего аномального. Просто в этом нужно отдавать себе отчет. Понимаете? Чтобы быть во всеоружии, как бы. Дальше. Значит, так, что мне нравится как мужчина, и к нему есть
чувства. Ну вот, понимаете, у вас есть к нему чувства, но как это коррелируется с тем, значит, что мужчина сейчас не свободен? Как это коррелируется с тем, что у мужчины есть семья? Как это коррелируется с тем, что мужчина может не сделать выбор, ну, в вашу пользу? Понимаете? Вот. Вот ответы на эти вопросы вам, на мой взгляд, нужно найти. И тогда, ну, тогда, я думаю, вам самой станет понятно, стоит ли, значит, признаваться мужчине в своих чувствах или нет. Причем заметьте, что я вас не хочу отговаривать именно от того, что вы делаете. А просто мне бы хотелось, чтобы вы имели, ну, как бы, имели всю полноту ситуации, всю полноту картины для того, чтобы могли принимать решения. И если есть какие-то сомнения относительно того, что будет дальше между вами, например, то лучше все-таки этого не делать. Лучше все-таки признаваться мужчине, потому что ничего хорошего из этого в этом случае не получится. Ну, по крайней мере, для вас, я боюсь, точно, для вас точно боюсь, нет. Вот. А дальше идем. Значит. С его стороны тоже замечаю порой, что небезразлично ему, показывает знаки внимания, флиртует. Ну, видите ли, тот, кто с вами флиртует, это, к сожалению, ничего не значит, потому что мужчина может флиртовать с вами просто по той причине, да, что это как бы весело для него, это интересно, может быть, ему, а так он, может быть, себя как-то реализует, потому что, ну, своей женой у него не получается, например, это делать, вот. Но по общему правилу, если бы у мужчины были бы к вам некие серьезные чувства, да, то он бы уже давно бы ушел от своей жены, бы, да, развелся бы с ней и, соответственно, с вами бы был в отношениях. Вот. А раз он этого не сделал, значит, можно говорить о том, что, ну, вы для него это, ну, не обязательно что-то такое несерьезное, а может быть и серьезное, но недостаточно для того, чтобы ради вас уходить от своей жены и, значит, ну, как бы, разбивать отношения
с ней. Понимаете? Опять же, старайтесь понять такую вещь, что мужчине в любом случае нужно побыть одному. То есть между, например, его женой и вами должно пройти время. Потому что иначе это будут отношения, направленные исключительно на замещение одного образа, как бы, точнее, одним объектом другого, но с тем же образом. Поэтому здесь, я думаю, так вот. Как можно сделать это более комфортно для нас обоих, то есть не испортить с ним те дружеские отношения, которые есть? Смотрите, вы говорите, что вы хотите выразить ему свои чувства просто потому, что чувства нужно выражать, да? Но при этом вы готовы даже, ну, как бы, при этом вам не хватает дружеских чувств с ним. Уже сейчас вот, на данный момент, вот. И я хотел бы, чтобы вы тоже об этом подумали бы. Я хотел бы, чтобы вы над этим поразмышляли, ну, постарались поразмышлять, потому что это... Правда, очень важный момент, на самом деле. Ибо если вам недостаточно дружбы, это значит, что, ну, как бы, ну, понятно, что вы в мужчину влюблены. Вот. Но если вы в него влюблены, то вы ожидаете чего? От него, понимаете? Вот. И ожидания, к сожалению, так или иначе могут испортить ваши отношения. Ну, те самые дружеские отношения, которые вы портить не хотите. Вот. Тем не менее, раз вы спрашиваете о том, как можно это сделать, ну, как можно признаться, значит, мужчине в своих чувствах, безболезненно, да? Я думаю, что сказать можно ему об этом так, что... Просто говорить ему, что вам хорошо с ним. Просто, что мне с тобой хорошо. А мне с тобой здорово. Вот. И все. То есть, если вы будете ему говорить так, что мне с тобой хорошо, что мне с тобой комфортно, мне с тобой очень спокойно, то тем самым вы будете показывать мужчине, что вы к нему, значит, ну, стремитесь, вы к нему тянетесь, но вместе с тем даете ему такую возможность самому принимать решения
относительно того, что будет дальше с вами, что будет в ваших отношениях дальше. Вот. Понимаете? То есть вы показываете, что, ну, не собираетесь, например, на него давить, что не собираетесь, например, там, чего-то от него требовать. И вот это, пожалуй, и есть самая, наверное, грамотная позиция здесь по отношению к мужчине. Если вы его... любите. Или если вы его уважаете, или если вы хотите для него счастья. Вот. То есть без давления, без каких-то таких вот вещей. Далее, признаться не с целью значит, того, чтобы что-то требовать от него этим признанием, делать выбор. Просто хочу, чтобы он знал. Ну, опять же, понимаете, здесь вы можете немножечко лукавить, потому что, ну, чтобы знал, а для чего знал-то, как, то есть, ну, зачем вам, чтобы он знал это? Вы же это для чего-то хотите? Ну вот. Понимаете? Потому что если бы это было бы не так, то вы бы, скорее всего, жили бы своей жизнью и старались наладить свою личную жизнь, то есть, ну, с другим мужчиной взаимодействовали бы. Вот. А так, то, что вы делаете, это, на мой взгляд, это не принятие как бы себя и своих чувств по отношению к мужчине. Вот. То есть вы в него влюблены. А если вы в него влюблены, то, ну, вряд ли вы сможете вот, при наличии вашего поведения по отношению к нему, вряд ли вы сможете, ну, как бы, адекватно относиться к тому, что будет. То есть вы же все-таки человек, и как у любого человека, у вас есть чувства. И эти чувства, они нормальные, они естественные, они важны. Просто нужно понимать их немножечко лучше. Понимаете? Вот. И, возможно, не делать того, о чем вы, ну, допустим, потом можете пожалеть. Вот. Вот и, собственно, вся история. Конечно, если вы твердо уверены в том, что вот вы скажете ему, да, что у вас, ну, что вот вы вам с ним спокойно, что вам с ним хорошо и так далее. Если вы уверены в том, что, сказав ему это, вы сможете как бы спокойно двигаться дальше, значит, и говорить не нужно. Понимаете? Ибо для него это будет ответственностью на самом деле. То есть он будет знать, что вы от него чего-то ждете. Он будет знать, что вы к нему неровно дышите. А если вы чего-то ожидаете от него,
все-таки, то подумайте, может ли мужчина дать вам то, чего вы ожидаете. Только честно и откровенно. Потому что если нет, то все это приведет к негативу между вами, к негативу между им и, возможно, его женой. Вот, хотя, может быть, вас это и не волнует так сильно, вот, но тем не менее. Ну вот, вот так вот, я думаю, можно здесь прокомментировать. Дальше, просто думаю о том, что могу пожалеть, если, потому что промолчал, лучше сделать. А вот тот же момент, да, могу пожалеть. А о чем пожалеть-то? О чем вы можете пожалеть? О том, что промолчали. Но почему вы промолчали? Вы же знаете, почему промолчали? Так почему вы должны жалеть о том, что промолчали, если все указывало на то, что вам нужно промолчать было здесь? Почему вы пожалели бы? Почему вы считаете, что можете пожалеть? Пожалеть о чем? Вот что изменится, если вы не скажете ему, о чем вы будете жалеть? Значит, вам что-то нужно. Значит, вы чего-то ожидаете, все-таки. Понимаете? Если вы чего-то ожидаете, значит, именно это, скорее всего, и не позволит вам быть с ним в тех же отношениях, в каких вы были с ним. Понимаете? Если вы пожалеете, ну, если вы говорите, что можете пожалеть, значит, это не совсем чистое чувство. Это чувство в некоторой степени нацелено именно на вас. То есть, ну, вы для себя хотите чего-то. Это неплохо на самом деле. То, что вы хотите для себя, это неплохо, ни в коей степени. Но вы же понимаете, что возможно обрекаете себя на фрустрацию, на страдания, на переживания. Вот. И может быть вы этого хотите, может быть вы боитесь серьезных отношений, близких отношений, может быть. Но в таком случае это нужно разобрать. Почему вы боитесь? Почему вы можете бояться таких отношений близких? Что заставляет вас бояться и так далее? Знаете, то есть нужно быть честной с собой. У меня такое ощущение, что вы с собой не до конца честны. Вот. Я вам сказал, как вы можете мужчине донести безопасно, что он вам симпатичен. Безопасно это вот именно так. И только так.
То есть больше нельзя. Ну, сильнее как-то откровение, да, нельзя. Это породит проблемы между вами. Вот. Серьезные проблемы. Поэтому решать вам, конечно. Решать только вам. Далее. А не навредит ли ему это признание, сможет ли он правильно отреагировать на него? Ну вот сейчас вы ведете себя как зависимый немножечко человек. То есть вы спрашиваете у нас о том, что касается другого человека. Вот. Мы этого знать, к сожалению, не можем никак. Мы не можем знать то, что касается другого человека. Вот. Поэтому я думаю, что будет лучше, если вы сами себе зададите этот вопрос. Почему вы спрашиваете у нас о том, сможет ли мужчина правильно воспринять то, что вы ему скажете? Значит, вы сомневаетесь в этом. Если вы в этом сомневаетесь, значит, вам говорит интуиция, скорее всего. А если вам говорит интуиция, то вы ее сейчас просто-напросто пытаетесь игнорировать. Ну, свою интуицию как бы. Вот. И почему? Потому что вам чего-то хочется. Опять же. Что касается вреда ему, то здесь, конечно, ситуация сложная, потому что многое зависит от того, что понимать под понятием вообще вреда, то есть что такое вред вообще и так далее. Вот. Потому что, ну, то, что для одного человека вред, для другого может не быть им. Поэтому, на мой взгляд, наиболее правильно, наиболее верно будет оценивать вред только исходя из того, что понимает под ним человек, о котором идет речь. Вот. И не более того. Потому что иначе получается, что вы решаете за человека. А это, я надеюсь, вы отдаете себе отчет, не есть хорошо, не есть правильно, не есть здорово и, в общем-то, весьма-весьма негативно сказывается на отношениях между людьми. То есть, если он своей семьей дорожит, если он именно дорожит своей семьей, то, конечно, можно говорить о каком-либо вреде человеку. Можно говорить о вреде, это действительно так. Если он своей семьей не дорожит, если она ему, ну, не так дорога, или дорога там, поскольку, да, то, соответственно, нельзя говорить о том, что ему будет нанесен вред.
Но опять же, что вы подразумеваете под этим словом? Под словом вред, что вы подразумеваете сами под понятием вреда? Что вы подразумеваете? Потому что, еще раз говорю, вред каждый понимает по-своему. Так что здесь с этим тоже нужно разбираться, на мой взгляд. Сможет ли он это правильно воспринять? Нет, скорее всего, не сможет, потому что мужчины все собственники, и либо мужчина будет фрустрировать из-за того, что вы можете быть его, но не являетесь его, потому что не можете быть его. Либо мужчина поймет, что с вами он больше не сможет быть друзьями, потому что вы не воспринимаете его так, как нужно. Вот. И все. Конечно, возможен вариант, при котором мужчина все-таки воспримет вас правильно. Но, к сожалению, шанс этого очень маленький. Вот. Поэтому, если вы готовы рискнуть, если для вас риск оправдан, то рискуйте. Это ваше право. Но если вы дрожите дружбой и дрожите мужчиной, то до тех пор, пока он не отведется своей женой, дальше, чем вот то, что я сказал, да, что, что вам с ним хорошо, вы не дойдете. Вот. Таков был мой ответ. Я понимаю, что, скорее всего, это не то, что вы хотели услышать, потому что я уверен, что вам хотелось бы, чтобы мы все-таки подсказали, как признаться мужчине правильно в своих чувствах. Вот. Но понимаете как? Хитрость вся в том, что, желая признаться, вы не желаете идти ва-банк. А так не бывает. Если вы хотите что-то получить, то с чем-то придется расстаться. За все нужно платить. И потому, если вы что-то хотите, то сперва нужно подумать, а готовы ли вы платить за это, и чем готовы платить за это. Понимаете? Вот такая вот история, такая вот ситуация. На мой взгляд, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи!